Здравствуйте! Добро пожаловать на канал Мыло Оп. И сегодня мы представляем вашему вниманию мастер-класс по изготовлению мыла, который называется «Крылья». Для этого нам понадобится краситель пигментный жидкий медь, отдушка роза, формочка и мыльная основа. Также палочка стеклянная для перемешивания. Растопим мыльную основу. Мыльная основа растаяла, теперь мы будем добавлять краситель. Немножечко его взболтаем. И смотрю, насколько мне достаточно цвета. Цвета мне достаточно. Вы смотрите по своему усмотрению, делать его более темным или более светлым. Теперь я добавляю отдушку. Я добавила 8 капелек, потому что хочу, чтобы мыло пахло более интенсивно. Вы можете добавить меньше или больше. Все перемешали и теперь добавляем, наливаем формочку. И теперь будем ждать, пока мыло полностью застынет. Я достала мыло из формочки и натерла золотым перламутром. И в итоге у нас получилось вот такое мыло в виде крыльев. Спасибо, что посетили наш канал. Не забывайте подписываться, ставить лайки. До новых встреч!